сегодня я сделаю шикарные отбивные из куриного филе. Не совсем обычным способом. Итак, поехали. Куриную грудку нарезаю поперек волокон. Ну, вот такие вот слайсы. Перекладываю филе на досточку. Накрываю пищевой пленкой и легонечко отбиваю. Готово. Филе отставляю. Беру миску, такую вместительную. Вбиваю 2 яйца. Немного взбалтываю. И добавляю чайную ложечку адыгейской соли. Ссылочку я оставлю в описании. Вот так вот. Размешиваю. И отправляю мариноваться куриное филе. Вот так вот. Аккуратненько, конечно же, вот так. Купаю его в этой смеси, чтобы яйцо и специи хорошо распространились. И оставляю на 30-40 минут, для того, чтобы мясо чуть-чуть промариновалось. Филешка промариновалась. И я начинаю просто обжаривать. На сковородке можно. У меня сегодня гриль. Уж очень мне хочется полосочек красивых. Смазываю совсем чуть-чуть растительным маслом. И выкладываю филешки. Какой аромат! Это просто потрясающе! И обжариваю по 2-3 минуточки с каждой стороны. Филешка отбита, промаринована, сама по себе нежная. Поэтому все делается очень-очень быстро. И вуаля! Вау! Как же я люблю эти полосочки! И вот так вот кусочек мяса с гриля берем. Добавляю медово-острый соус. Смотрите, какая красота. Я хочу это попробовать. И вот так вот. С мясом. С соусом. Ну, как тебе вкус? Ты первый раз ее пробуешь? Сначала такая сладковатая, а послевкусие такое остренькое с мясом. Вообще обалденно. Сережка, это очень вкусно. Понравилось видео и мои самые быстрые отбивные? Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Попробуйте соус. Не пожалеете. Да, очень рекомендую. Попробуйте соус. Это так вкусно. Сочетание медово-острого с сочным мясом. Лайк. Сережка, это вкусно.